Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс. Всем очень понравилась первая серия Спайдермена 2. И я, конечно же, продолжу играть в него. Поехали! Так. Ах, да. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Да, нам сказали, что типа надо взять запрос. Спасение пассажира лимузина. Понял. Погнал. Давай. Чух. Уа! Ганки, а мистер Сумида еще там? Да, он сейчас Хейли. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. И все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС, я мог бы помочь. Не, ты и так много для меня делаешь. И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Фух, вау. Лечу, лечу, лечу. Пух, крылья, крылья, крылья. Лечу с этими придурками. Эй, не подходите к лимузину. Подъем в воздух. Удерживать. Атака в воздухе. И добивание тоже в воздухе надо. Окей, будет добивание просто на земле. Попался. Они как папарацци. Только еще и с пушками. О, да, вот эти нормально реагируют на биоэлектричество. Какие же вы мерзавцы! Просто падают. Да оставьте вы человека в покое! Помогите! Помогите! Ну все, паук! Че ты? На-на-на-на-на-на-на-на-на! А, смотри. Ребели. Бах! Крышки от люка. И еще раз. Нормально. Один хп. Один хп. О, блин, смотри, как они прикольные. Хова! Они еще прям как этот. Ау! Не сверху? Эй! Пассажир? Ау! О, в больницу! О, джи-джи-джи! Джона Джеймса. Надо сказать пауку. Еще его мы не спасали. Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, я Человек-паук, вы как? Я захожу. Я вижу тебя. Слева. Привет, паук. Смотри, кто здесь. А где? Человек-паук! Джона, светочей моих, вы в порядке? Помогите! Меня почищают! Что? Нет, я вам помогаю! Фотографируйте их! Преступники в масках почищают журналиста! Вы все такое же! Ну, хоть и врачам не грубите! Вы все такое же, говорит. Как? Вот. Сейчас я приземлюсь. О, а? Четко. Меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Суд одни угрозы! Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда угадай. Я еду? Мистер Паркер, где вы? Директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь плохо, скоро. Не верится, что я это сделал. Ничего-то, тренинг. Где мистер Сумида? А, он... А, это Ханки. Сказал, что его ждет отпуск. Но перед уходом он купил одну из моих картин. Он считает, что у меня ждет слова. Что? Что? Это же здорово, Хейли. А еще
пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу РЕНТ. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс. Да. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать? Мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Блин. Я знаю. Это я очень не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте. Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Ты даже не представляешь, что он делал. Отстой. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Капец. Шаг за шагом. Завершено. Привет. Сочувствую насчет работы. Если что, ты не худший учитель, который у нас был. Можно вписать это в резюме? Слушай, в бюллетене Нью-Йорка предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше вместе работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Спасибо! Не за что. Будет время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби говорил, не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк. Стоп, что? Шу! RT для поиска действий в городе. А, ну да. Это, я так понимаю, что школа, да, в которой он... Из которой его уволили. А я могу зайти? О, люди. Человеки. Много человеков. Так, окей. У нас есть... А, это все? Хм. Что-то мало как-то. О, смотрите, там до сих пор этот песок. О, смотри, вот. Погоня. Блин, они так прикольно. Мне очень нравится именно вот этот вот интерфейс всего. То есть он... В каком-то плане он даже поинтересней. Похоже на кристалл памяти Марко, о котором понял. Говорил Майлз. Сейчас, постой. Там. Хотя преступления, они и без меня разберутся. Да, вон, видишь, этот... Капец, оно замедляется, когда я пинцет включаю. Да, это память. Так и думал, что здрасте. Мы встретимся. А, песочек еще не закончился, я так понимаю. Хотя в целом они не тяжелые. У меня песок в ботинках. Блин, интересно, почему у тебя везде песок? Хотя я думал, что у них костюмы как бы герметичны. А оказывается, нет. Па! На! Вот это я понимаю, абсолютное уничтожение. Что ты скажешь? Пора заглянуть в этот кристалл. Жижевода. Кто-то такая химия. За нами химия. Но ты не волнуйся. Предоставь это мне. Марко считал, что за ним следят. А ага. Кто такая химия? Ладно. А, это нам дает жетоны города. А, мы даже... Можем... Ого! Да, это серьезная тема. Пока что у нас есть только, опять-таки, только основные миссии. Кстати, подскажите мне Нью-Йорк. Называется Маленькая Одесса. Там район такой. Навыки.
Но я думаю, надо все по чуть-чуть начинать вкачивать и все. Натиск. Это да, рывок. Поехали. Погнали. Вот прям так и будет. А, у меня он был только один? Или этот скилл 2? Короче, неважно. Но мы вкачались. Хотя навыки оно все еще не светит. Но какие-то новые открываются, появляются. Хорошо. Гаджеты я тоже не думаю. Ой, прикольно. Угу. Вот у нас еще есть воспоминания. А где у нас квест? Квест где-то. Где квест еще надо найти. Я понял. Окей. Так как нету никаких еще миссий, погнали. На преступление. Куда или как я даже. Короче, погнали на квест. На квест. Все, на главный квест. И больше еще ничего нету, никаких дополнительных. Только эти кристаллы собирать. Но... кому нужны эти кристаллы? Маленькая Одесса. Вау! Бух! Врезался. О, они этим. Диск как у этого. Это что-то. Провести вверх, достать камеру. А что именно надо, надо фоткать? Вот это? Ильич. То есть вот это надо. Вот это как они играют. Так типа. Ну вот. Теперь отправить и... О, хорош. Пит, как дела, сынок? Робби, двигаться привет. Не могу. Прости за внезапный звонок, но... хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. О. Мы его непременно опубликуем. Еще квесты. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Ага, и вон появилась, спасибо. Появилась, я уже вижу. Ага. Ля-ля-ля-ля-ля. На карте показаны события. Угу. Ну, я понял. Есть 3 уровня наград. На второй вы можете быстро... Ах! Вообще классно сделано. Вот это классно сделано. То есть, это прокачка района даже. То есть, все можно прокачать. Там что-то есть. Это у нас такой сюжетный квест, то есть надо фоткать все подряд или что? Вот ну-ка вот квест. Если я возьму задание. А у нас просто еще нету новых заданий. Значит, ходим, выполняем побочные квесты. Вон сейчас пойдем бандюков валить. Раз уж так. Погнали. Опа, падаем. Приехали. Пойди на фотосъемка, да. О. Хоба, два, три, опа, а тут я такой резко врываюсь, начинаю всех мочить. Кто завернул к нам на огонек? Привет, про тебя хотел о, сказать, тут этот. Тут уже всех разносят. Короче, я понял, если я не успею, то будет Майлз. Вместе его расфигачили. А, стоп, это... А, там еще... Я даже не заметил дополнительную. Спасибо. Надо как-нибудь сделать гастрольный тур. Ну что ж, наконец-то будем собрать паукомобиль. Не думал, что ты настолько быстро... Этого надо благодарить. А ты чё? И? Фух, стал невидимым и ушел. А к этому я могу приклеиться? Хе, жалко. Точно? Точно. Блин. Быстро. Все, задать квестов нет вообще. Значит, идем делать фотки. Или, кстати, можно идти собирать кристаллы. Так, полети! Или можно пойти пособирать кристаллы. Ведь квестов нету. Я так понимаю, должен или кто-то позвонить, или что-то еще должно случиться. У меня в костюме полным-полно песка. О. Надо бы переодеться. Говорю же, что-то типа происходит.
Вот, и появился у нас квест. За километр отсюда. О, объект в фокусе. Я так понимаю, надо вот это. Прекрасно. Ага. Моя бабуля часто рассказывала о том, как ходила сюда каждое воскресенье. Здесь можно было купить самые свежие овощи в городе. Но однажды она пришла поздно, и парень перед ней скупил все помидоры. Так она познакомилась с моим дедом. О, пока идем на этот, придем еще сюда сразу. На кристалл. Столько шуток в голове, аж не знаю, какую выбрать! Коробочка, блин, косой. Может, договоримся по-хорошему? На, на. На, капец есть. Пока что просто разношу. Вау, это та новая способность, которую мы скачали. Щиток. Воспоминания. Посмотрим, что в этом кристалле. Возможно, у меня паранойя. Но я вижу их повсюду. Куда бы ни шел. На работе, в магазине, в парке. Они преследуют нас. Марко нажил много врагов. Может, они все-таки его нашли? Окей. Ну, так оно дает больше опыта, чем фотки. Хотя логично, ведь тут надо кого-то побить, а я там просто... Так, переходим из... Опа! Смотри, новые шитоны дали. А-а-а! Награда на района, редкие детали. Давай, опа, опа. Центральный Куинс. Понимаю, Куинс, я как королевы. Это центральный Куинс. Тихо, тихо, тихо. Используй. Во. Ага, и тут нам дают костюмчики. Угу. Для лучшего костюма 2.0. Пух. Вау, ага. Все, ля-ля-ля-ля-ля. Понял. Выберите стиль. Какой стиль будем? Будем... Вот такие. Угу. Это классический костюм. Это вот такой улучшенный костюм. Костюм багровый 3. Просто улучшенный костюм. И костюм рыцарь паутины. А для Майлза? Для Майлза что-то похожее. Тоже усовершенствованный семейный... Вау, семейное дело. Классический трек. Да, я помню, он был такой и в Моралесе. И паук-ниндзя. Вообще прикольно. Ну, я не знаю. Давайте сделаем его нормальным, наверное. Все-таки. Хотя этот, у этого вот этот костюмчик не нравится у Моралеса. Он мне нравится. А, он как этот, получается, семейное дело, потому что из-за его из-за бродяги. Видите, там есть даже в стиле бродяги костюм. Я понял. Ну, а у Майлза, а у этого, у Питера, пусть будет вот этот. А их можно... Смотрите, какие они прикольные так. Ну, прямо так вот их приодеть, смотри. Они как одна команда получаются. Во, модник, приз получен. Этому городу нужен новый герой. Привет, МДжей. Привет, еду к тебе скинуть кое-какие вещи. Задняя дверь открыта? Не знаю. Я сегодня уходил в спешке. Встретимся на месте.
Ладно, вы с Майлзом нормально что собрались? Это? Да, на... Вот так первый день. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. А это что? Не сомневаюсь. Или ну, это поскольку... когда... Вау! Что может быть хуже увольнения? Говорить своей девушке, что тебя уволили. Это Турбо! А Турбо это классно. Кто-то едет, кто-то приехал. А, он уже приоделся. Везде пробки. Дороги замело песком. Ты приноровилась на нем гонять. Ну, для города удобно, но не уверена, что это мое. Я уверен. Так, и... А что, что такое? Меня уволили. О, нет. Ты был так рад этой работе. Ну да, я уже весь семестр расписал. На следующей неделе мы бы запитали вертолет. Блин! Вертолет от картошки. Я, может, тоже скоро стану безработной. Джона проводит зачистку? Вроде того. Он вводит радикальную меритократию. Что это хоть значит? Значит, что тот, кто в ближайшую неделю не напишет передовицу, уволен. Что такое передовица? Ну и? Все в порядке, ты же их лучший репортер. Что там? Непроданные экземпляры. Уже некуда их складывать. Хорошие же отзывы. А продано 14 книг. Никто не хочет читать про Симкари. Бьюгл — крупнейшее издание в городе. Там я могу что-то сделать. Но что мне делать, если меня уволят? Ты и без Бьюгла можешь отлично справиться. Я пробовала действовать сама и... 14 книг. Мне нужен рупор, чтобы изменить мир. Так пиши про Человека-паука. Этот будет тебе сюжеты давать. Я не успел прибраться. В дальнюю комнату? Да. Опа, вот мы и дома. Я немного наведу порядок. Погнали. Убирай! Ну, а... Это что такое? Питер Паркер. Что, типа зажать? Чем так с... А! Покажи. 14 авеню. Выписка по ипотечному кредиту. Задолженность $5000. Сколько? 277 месяцев? Вот кто-то посчитайте, сколько это, поделите на 12. Сколько это лет? Мэй заложила дом, чтобы пир был на плаву. И теперь я тону. Боже, я так хотел в нее поиграть. Но нагон. Надо просто найти время. Угу. Да, конечно, классно убираешь. О, бананы. Жаль, вариант с обучением не прокатил. Какие еще идеи? Не знаю. Если честно, я бы хотел взять перерыв, но не могу себе это позволить. Ну, а может, дом продать? Я не могу. То есть, я мог бы, но... Короче, понятно. Не могу. Если нужно время, могу один платеж покрыть. Нет, нет, даже не думай. И потом, Джона может вас всех выгнать. Я не дам ему меня уволить. Я знаю, как тебе дорог этот дом. Выкрутимся. Я тебя не заслужил. Слушай, так ты не надумала переехать ко мне? Мы это обсуждали. Мне надо быть в городе. А, это же где-то... Но сколько романтических ужинов у нас могло бы быть? Давно ли ты последний раз ужинал дома? И то верно. А это что?
что это что? Это все вещи мои? Да, надо бы это отдать, но пока не могу. Но что ты смотришь? Твои старые фотки симпатичные. О, давно я их не видел. О. Кажется, это было в моей спальне. Зачем она вообще это сняла? Баланс? Что это значит? Интересно, она еще там? Надо сходить глянуть. Кто вот эта фигня? Вот это. Рот вот этот. Если что найдешь, скажи. А я пока переберу фотки, которые ты мне никогда не показывал. О, какая прелесть. Ты бегать умеешь? О, умеешь. Нет, тут розовые обои, это не то. Здесь не это помешали туалет. Бы свечи. В ваннах же ставят свечи, да? Без понятия. Где же эта дыра? О, Мэй, вот это очки. А чё, Мэй, чё с ними? Дядя Бен, хорошо смотришься? О, это фест, напомню. Так, оно явно где-то здесь. Мне кажется, оно за этим плакатом. Вот тот был глобус, вот тут он стоял. Вот так, и за этим плакатом была эта штука. Это дыра. А вот можно, кстати, здесь. Вот тут тоже, кстати, может быть. Да-да-да, тут. Человек-паук, он угроза или опасность? Ждем ваших звонков. Угроза. Определенно серьезная угроза. Я вам открою позволение супергероя. Никакой не супер и не герой. Кто же тогда получается? Аферист? Выпендрежник? Чепуха какая? Что это было? А, это ты. Питер. Как ты вообще пробил стену кулаком? Там была крыса в стене. Пит, что случилось? Ничего. Я просто... В твои годы я была главой клуба дебатов, футбольным капитаном и второй скрипкой в оркестре. Каждый год я жаждала чего-то нового. Но когда я решила записаться в отличники, расклеилась. Я хотела успеть везде, но не успевала нигде. И я сдала назад. Баланс — это путь. Не конечность. Я до сих пор в пути. Давай. Сейчас он будет орать. Ну это, стена. Кричащая стена. Может, Мэй была права. Я слишком много на себя беру. Нужно поберечь силы. Как там МДжей? Погнали. Вниз. Пришла наводка. Завтра с плота в Рейвенкрофт перевезут двух заключенных. Сказали кого? Нет, но я это выясню. МДжей! Что такое? Это этот, полегче. Которого Венома посадили. Врачи сказали, меня пока нельзя искать. Извини. Гарри. Я скучал. Я тоже. У него же этого Венома посадили вначале. Я соболезную. И как там Европа? Извините. Меня лечили в изоляции здесь, в городе. Не хотел, чтобы вы волновались. Ты болеешь тем же, чем мама?
Болел. Прежде. Вроде у меня ремиссия. Гарри, это... Просто не верится, выглядишь здорово. И чувствую себя так же. Ах, жаль, пора на работу. Ужинаем завтра. Кони Айленд? Все как раньше? Решено. Так. Что-то вот это внезапно. Она научилась на них ездить, пока мы были в Синкаре. Извини, что я заявился без спроса. Нет, ну что ты, зайдешь в гости? Вообще-то, я хотел предложить тебе со мной прокатиться. Ладно. Не верится, что скромный летун еще на ходу. Я подумал, можно тряхнуть стариной. О, лесопед. Это мой старый велик? Не, я в интернете нашел. Но похоже, скажи. О, да. Даже наклейки все те же самые. Это точно не мой велик? Готов? А как ты вроде с палкой стоял, а тебя сейчас будешь педали крутить? Куда едем? Гарри, ты это? Давай, догоняй! Ты как вообще? Ты точно этого хочешь? О да, я в порядке. Трость для подстраховки. На самом деле, она мне не нужна. А. У тебя энергии даже больше, чем у меня. Ну, давай, рассказывай. Чем ты занимаешься? Да так, быстрей! Учитель на замену, но скоро уволят. Еще занимаюсь с одним старшеклассником. Он особенный. Везет парню. Я бы не сдал без тебя высшую математику. Стоп, куда? О, я читал про твоего бывшего босса, доктор Октавиус. С ума сойти, конечно. Да, не то слово. Жаль, тебя не было рядом. Жмякать X, Гарри, чтобы быстро ехать. Почему ты не сказал мне, что болен? В целом, это логично. Я бы тотчас примчался. Тебе бы не понравилось это зрелище. Лечение было чудовищным. Я 3 года плавал в баке с исцеляющим раствором. Что? Были такие кошмары. В баке? Да, эксперимент. Стой! Мы же у Мидтаунской школы. Нам правда туда? Не подтверждаю, но и не отрицаю. Быстрей! Быстрей! Мне надо еще быстрее. Выглядит точно так же, как и 10 лет назад. Аккуратно. Спасибо. Пойдем. Зачем мы приехали? Мы же ненавидели школу. Помнишь, Флэш с дружками подловили меня и разбили мой ноут? Там была презентация. Для конкурса юных предпринимателей. Мы над ней столько пыхтели. И срок был следующее утро. У меня сохранилась копия. Но она была в шкафчике. Мы позвонили в школу, умоляли нас впустить. Но нам отказали. Уже поздний час. Мы были в отчаянии, ходили вокруг всего здания, дергали все двери. Пока не пришли к этой. Стоп, что ты? Я помню, ее пришлось поддеть. Взломщик, идем. Блин. Никого нет. Вперед. Нормально. А флешка точно в твоем шкафчике? Вроде да. Что? Ты говорил, что уверен? Да уверен. Уверен. Зачем ты спрашиваешь? Кто-то говорит. Стой. Эрик Моначелли. Это Рик, третья база. Моначелли. Что он тут делает так поздно? Следит за игрой. Покажи, на что ты способен, сынок, и тебя вечно будут носить на руках. Побежали, проскочим. Нет, стой, увидит. У этого парня настоящий талант. Мы с вами еще не фанаты ждут от прицелься что-то громкое. В этом решающем ведро? Матче. А игра не будет грязь. Флэш, сейчас тебе достанется. Да. Оу, ха-ха. Они отлично сыграли от оборота. Отлично. Идем. Это же преступление. Я теперь преступник? Какой ты преступник? Слушай. Забыл сказать, я показал нашу презентацию маме,
Она сказала, все супер. Единственное, что ей не понравилось, название. Она предлагает «Исцели мир». Боже, это же идеально. Скажи. Поднимемся по лестнице, там сразу твой шкафчик, да? Прячься. Капец, по школе ходит охранник с фонариком. Нет. Как будто специально кого-то ищет. В зале. Эй, кто здесь? Мы попали, караул. Блин, приклеился это к ручке. О, нет, это кончилось. А ну выходи, гаденыш! Кто-то решил меня разыграть, а? На потолок. Мне срочно надо перезарядить эжекторы. Стоп. В фотолаборатории остался запас жидкости. Никак не привыкну. Надо еще поработать над расходом жидкости. А где он? Он точно где-то тут. А. Че, я сейчас буду его бить? Куда мне? А, могу? А, нет. То есть надо именно спуститься. Из библиотеки в лабораторию, из нее в зал, из него к шкафчику и все. Путь свободен. Вперед. Тихо. Тихо. Что это? Черт! Эй! И почему я не сохранил проект в облако? Да кто знает? Это точно пацан. Нет никакого мидтаунского призрака. Есть. Куда? Ведите меня. Что за фух и вентиляцию, смотри. Вентиляция. Лучший друг пауков. Капец, мышук. Где я оставил паутинную жидкость? Капец, тут все. Красное. В следующем месяце доктор Октавиус выступит там с лекцией. Успеть бы купить билеты. А-а-а. Угу. Признаю, и у меня есть свои кумиры. О, это башня Мстителей. Ради этого кадра мы с Гарри лезли по ветхой ржавой пожарной лестнице. Я не жалею. Хм. Да получилось красиво. Потом я встретил МДжей. Не смог решить между «здравствуй» и «привет». В итоге сказал «здривет». Прикольно получается, что древет. Я положил их куда-то сюда. Ага, нашел. Черт. Там, блин, какой. Проходи. Да не говори ты. Ну, давай. Дружок. Нормально. Надо придумать, как увеличить емкость этих штук, чтобы без сюрпризов. Так, Гарри ждет меня в зале. Так, зал находится за вентилятором. Надо как-то пролезть. Вот так. Я это делаю еще в Моралесе, не волнуюсь. Старый рюкзак. О! Я и забыл, что он тут. Надо как-то за ними следить. За рюкзаками? Мне от него не уйти. Надо как-то его отвлечь, чтобы выбраться. Там что-то есть. Это что? Ну все, пора выбираться. Thank you.
Так, куда нам? Стой на месте, пацан! Хватит уже бегать! Нет, это призрак! Гарри, наверное, уже в спортзале. Надо спешить. А Гарри знает, что ты типа это? Где он, кстати? Спортзал ваш. Рик, третья база. Надо отвлечь его от двери. Блин, как он это делает? Прости меня за бардак, Рик. Ага. Теперь ты не скажешь, что у нас нет никакого призрака. Это не призрак. Просто паучок. Ага, да. Блин. Я его не вижу. А-а-а! Как? Чел, я думал, ты влип. Надо забрать флешку и на выход срежем через зал. Это было нечто. Я все помню. Тут вроде все так же. Только за нами больше не гонятся. Значит, да. Есть время покидать мяч. У тебя хватит сил? А у тебя-то хватит? Ну давай, покажи, класс. Да. Но не было практики. Ну, а что ты как бы... Давай ты. Больной немного. Наклоните контроллер. О, хорош. Смотри, прикольно. А как? Стоп. Ага. Класс. Я очень рад, что тебе стало лучше. Серьезно. Спасибо. Слушай, я ведь не посмотрел, как сейчас в доме Мэй. Да пока никак. Я был занят и не знаю. Не хочется ничего менять. Понимаю. Тебе, наверное, было тяжко. Не спеши. Ладно, попробуем. Да что тут? Блин, мне нравится вот так целиться. Таким образом. МДЖ переедет к тебе ты и поможет крутишь дому. Крутишь джойстики, он... Не уверен. Не станет помогать? Не уверен, что мы съедемся. О. Ну? Вроде у вас не все хорошо. Она была у тебя. Мы дай это еще раз кинуть. Со временем. Как всегда. Вот, смотри, я беру джойстик, я его кручу. Как я его кручу, так же само и он крутится. Это реально классно. Мне реально нравится так его бросать. Какой счет? Я не следил. Я тоже. У меня 3, у тебя не знаю. Спасибо, что вытащил меня. Я правда рад. И я. Ну, это не все. Узнаю этот взгляд. Что ты задумал? Ты помнишь, где твой бывший шкафчик? Как думаешь, где этот охранник? Надеюсь, в воздушном... Ничего, дерево в школе? Тогда забираем флешку из твоего шкафчика и валим. Или оно... А, нет, там потолка нету. Мы заставим флешку. Да, тут потолка нет. Да забей. Нельзя, чтобы ему это сошло с рук. Он тебе ноут разбил, ты чё? А я в хоре на подпевках. Ему все сойдет с рук. Лучшая месть — победа в завтрашнем соревновании. Тебе ноут разбил, там его можно, я не знаю. Испепелить за это. Скорее, лезь сюда. Чищ. Надо заманить. Дун-дун-дун-дун. А, я этот этаж уже 3 раза проверял. Только время зря тратим. Бах! Что происходит? Ну. Свалил. Его нет. Фу, вот нам повезло. О, да. Давай, бери флешку и погнали. А сюда? Ну. Что это? А когда ты... Давай. Бери. Что это? Какая-то желтая фигня.
Вот черт. Кто здесь? Эффектно. Угадай. Его, ты тоже подговорил? Нет. Бежим. Эй! Чувак, нас же арестуют. Пусть сначала догонит. Я даже... Вот такой ностальгии мне не надо. Молите. Флешка еще у тебя? Чертики. Надо только добраться до дверей, и все. Открывайте, полиция! Я вызвал копов, вы доигрались! Беги! Ну, задержи их на минутку. У меня есть идея. А мне что делать? А, не попадись им. Стоп, я опять забыл. Нет! Флешка! Ёханы! Заходим, полиция! Что ж такое? Чё у тебя с карманами? Здрасте. Это вы нас вызвали? Да, они где-то здесь. Так, вы двое осмотритесь, а мы поговорим с ним. Теперь надо застать его одного, чтобы забрать флешку. Они где-то здесь! Мои парни ищут, но нужны ваши показания. Рассказывайте. Ну, Рик, третья база, ну, то есть школьный уборщик, что-то услышал. Но, знаете, он у нас вообще со странностями. Со странностями? Что вы имеете в виду? Ну, у него мысли всякие бывают. Сейчас вот вбил себе в голову, что в школе завелся призрак. Но это не призрак, это пара ребят. Ребят? Их двое? Ну, точно не знаю, но думаю, что... Что вы сами видели? Ну... Вы их видели? Ну, не то чтобы видел, но слышал. Почему вы решили, что их двое? Вы что, не будете их искать? Может быть, они уже удирают? Не будем спешить. Что именно вы слышали? Прикольный звук. Ну, сперва был какой-то... Что это? Проверь! Да начнется вечеринка. Один что такое интересное? Отлично. Теперь надо отвлечь последнего. То есть... О! О! Не двигайся. Я сейчас. Здрасте! Он один. Отлично. Так... Эти дети со своими играми. Как будто у меня есть время на всякую ерунду. Здрасте. Джерри, небось, меня уже заждалась. Что это? Призрак. И как мне призрак отсюда выбраться? I just wanna tell you how I'm feeling. Черт. You understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ой, мне пора. Вас всех было за рекламировано. О, супер. Нифига себе. Это не копы. Это отец. Что? Стоп, стоп, а? Это если что, Октавиус. Я же сказал, еду домой, позвоню. Твоя мама. Тише. Что с ней? Питер, ты не мог бы подождать здесь? Питер понял, что... А что с ним-то что? Что его так сложило-то? От этих слов. Ну, что он там сказал? Ну, скорее всего, даже типа матери не стало или что-то в таком духе. Но что он прям... Вот упал. Что это? Я до сих пор верю, что наша презентация была лучшей.
За 10 лет многое изменилось. Это чудо, что я до сих пор жив. Мне дали. Ты как бы немного веном, насколько я помню. И я хочу им воспользоваться. Или что-то такое. Но я не справлюсь без тебя. Ой, я даже не ожидал. Загляни. Что, теперь трое будет? Посмотришь. Уже и лаборатория есть? Я покажу пару идей, и мы подробно все обсудим. Идет? Ладно. Еще трое будет? Пит. Стоп. Мы исцелим мир. А Гарри знаешь, что ты Спайдермен? Блин, сколько вопросов. Ой, да это я так понимаю, который еще в кейс. Посадку разрешаю. Отряд К1 на подходе. Да, это охотник. Особняк и арена почти достроены. Разведчики вернулись. Смотрите, сколько их. Там много. Весь человек от нас ушел. Его уже не достать. Ага. Но значит, он не тот. Вас понял. А кого? А кто тот? Приготовьтесь к завтрашней операции. И не вздумайте меня подвести. У них не разделять на злодеев и добрых. У него все они как возможные цели или что-то такое. Так. Right, name is Miles. Morales. Угу. И мне самому уже скучно. Блин, полезно. Привет, Майлз, ты занят? Я согласен на что угодно. Нужна твоя помощь, дело касается плаката. Хорошо, расскажешь по пути. Майлзу абсолютно скучно и абсолютно нечего делать. Ну, а точнее, ему просто скучно. Маску искал. Но костюм у него классный. Специально. Там, блин, картинка. Ола, Миха, как там твое эссе? Ну, пишется. Но прямо сейчас я ухожу. Питу требуется помощь. Мы с ним. Мне лучше не знать подробностей. Не волнуйся, Ма. Подожди, Майлз. Ты что? Последние дни поздно приходил домой. Задерживался на работе, и я задерживалась. Ему 16. Но я не работала. Да не смотри ты так, ничего не случилось. Просто я сходила на свидание. Я догадался. А, ясно. Я тут познакомилась с одним мужчиной, и он мне, типа, блин, Майлзу как бы там топать надо куда-то. Ма, к чему ты ведешь? Хочу его пригласить. На пастелон. Что такое пастелон? Но паучьих дел. Я не буду вам мешать. Нет, я хочу вас познакомить, чтобы ты узнал его. Я уверен, это будет кто-то сюжетный. Если тебя эта идея смущает, я не очень уверен. Ма, я уверен. Ты сказала пастелон. Ну, пастелон. Что такое пастелон? Будем считать, что это ужин. Хорошо, иди. При каких-то там условиях. Надо двигаться к плоту. К плоту-то, конечно, двигаться надо. Может, эти трубы помогут мне ускориться? Я уже, знаешь, я уже разгадал тайну труб. Вау. Вон еще одна. Стоять! Присесть, остановиться. Ой, извините, я вам немного это. К плоту мы пойдем уже в следующей серии. Ак.
Питеру мы уже пойдем в следующей серии, ведь серия уже длинная, и мы в ней узнали довольно-таки много информации. Если тебе эта серия понравилась, и ты хочешь продолжения, жми лайк, подписывайся на канал, оформляй спонсорку. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.